Очередной груз гуманитарной помощи из Карачаева-Черкесии отправился в зону специальной военной операции. Продовольствие, одежда, предметы личной гигиены, медикаменты, палатки, различные приборы и многое другое. Подробности у Мурата Джанкёзова. Кроме обычных предметов и продовольствия, которые собраны по просьбе самих военнослужащих, на этот раз дополнили гуманитарку сотнями свежих хачанов и десятками литров целебного айрана. Весь этот груз удалось закупить благодаря неравнодушным жителям республики, участвующим в проекте инициативной группы «За наших». Усилиями волонтеров удается ежемесячно отправлять десятки тонн продовольствия, медикаментов и других необходимых вещей. В считанные минуты посылки перенесли в грузовик. Руководитель инициативной группы Асхат Айсандыров вместе с сыном принял самое активное участие в погрузке гуманитарной помощи. У нас идет сбор для покупки автомобиля Нивы для врачей из Карачаева-Черкесии. На данный момент у нас баланс 75 или 76, я уже не помню. А так тоже бы хотели, чтобы нам помогли. Очень бы хотелось бы в кратчайшие сроки собрать около 300 тысяч, купить Ниву и отвезти для наших врачей из Карачаева-Черкесии. За грузом гуманитарной помощи специальные зоны проведения СВО приехали военнослужащие нашей республики. Такой способ передачи гуманитарки обеспечит более оперативную доставку, причем точечно, военнослужащим, выходцам из Карачаева-Черкесии. Пришли за гуманитарной помощью, грузим. Сейчас идет погрузка гуманитарной помощи. Трудный момент, нас поддерживают, не забывают нас. Спасибо гуманитарной помощи за наших, что помогают, все, что нужное, что необходимое нам, ребятам, всем большое спасибо. Сегодня члены инициативной группы «За наших» заняты сбором средств на автомобиль «Нива» для военных медиков, которые также являются выходцами из нашей республики. Сбор гуманитарной помощи не прекращается ни на минуту. Пока идут военные действия, она будет просто необходима. Ведь отправляем мы нашим защитникам не только вещи первой необходимости, но и свою заботу, свою надежду, частичку своего сердца. Они за нас, а мы вместе с ними. Мурат Джанкёзов, Мухаммед Ашибоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.